Он, короче, ну, чтобы вы понимали, на стриме его не палит, он заходит так втихую без стрима туда только. Ну, все не стримеры понял. Так делают, блядь. Я играю на Твине, на стриме, не пизди, я просто ему гильдию ищу нормально. Нашел, у меня, оказывается, 10. Держи. Не надо, чувак. Да похуй, пускай, у меня, блядь, столько. Хоть это как это, как называется? Слышал Холич, он говорит, у него 100к, вот это бомжара, да? Охуеть, блядь. У меня 400 голды в сумке, заебись, нахуй. Че, тебе дать, косарик? Серега сидет фишку. Слышишь? На починку чисто. Да, блядь. Как ты чиниться умудряешься, блядь, мало. Спасибо. Мира, ты не чат пизди, а сюда смотри давай. Блять, печально, хуй в четверг, сука, на сутки ходить, когда там рейд первый, блять. Предлагаю, пусть предлагаю после рейда скинуться, войду голдишкой, а то он, блядь, твинов ему хотя бы чинить хоть как-то после рейда. Да мне похуй. Голдишка, я в РС-ку хочу, сука. Гуманитарная помощь свой. В среду сходишь, до понедельника. Вот. Понедельник, до больничники, все, оформим, бусика сходил. Так, вниз сразу не спускайтесь. Ждем, пока Тимабы сагрится, потом вниз. Дремич, забирай, ну Рида сейчас убьет. Дремич, блять. Да алло, не раундится никак. Он не Рид забирается. Там... Боб, Боб ему, Боб. Грип. Ясно, он заэвэдился. Ну, грип не грипится. Ладно. Гоу толпу. Ну, надо, его надо разъебать. Бля, я только звездопад дал, ну ёбану. Санцепат ебаный. На маунту садимся, бежим на браво сначала, еще раз повторю. Браво это где? Хуй его знает. Моба обходим. Шишки. Будет ход и танков. Там кто-то что-то сагрил, нах. Вот ты отход. Вон, целитель. Блять, ну че это бес, нахуй? Ну ёбаный. Вот, батя, вот, блять. Лок на. Бейте мобана. Бейте моба этого. Батя, убирай, пожалуйста, своего питомца, нахуй. Не делай так больше, я тебя очень сильно прошу. Вот этих, блядь, лишних мобов, нахуй, это. Бить вообще, блядь, желания никакого нет, нахуй. Сели на маунт, поид проходил. Угу. Все, побежали. Дармич вперед. Ауру коня и мана жми, Реслин. Прожмись, Дармич. Налево забегаем. Вы не забегайте только в самый угол, я его не шну, серьезно. Диван не надо давать. Мы уже дали похуй. Сейчас они до меня добегут, убьют. А, блядь, моба тут нету. Дерьмич, не вставай, да тебя достанут. Сейчас, подождите, сдохну. Короче, пойду сдохну, блядь. На другого медведя. Мирай, ты в комбате? Да. На Риде, на Риде. Уйди, Мирай, уйди. На бате комбат. Блять, батя, нахуй. Нахуй ты диван снимаешь? Нахуй вообще этот диван давали? Что вы делаете, блять? Вы меня уже бесите, нахуй. Ждите, пока все сдохнут, нахуй. Ебланы, блять. Чё там, даешь масрез?
Да. Ой, господи, блядь. Ребят, ну, будете хуйней заниматься, короче. Я возьму других людей, блядь, и просто буду с ними ходить на низкие, блядь. На спокойнике, блядь. Без этой хуйни все. Мобов агрить и так далее, блядь. Иди, блядь. Первую звездочку, вторую печеньку. Блядь. Этим медведям подъебало, не подходите, клевают. Тогда ему забивайте сразу. Что-то ему... Звездочку первую бил. Я стан сам дам. Тоже сам встал на. Иди пуляй, босс. Герб, а далее уже вижу. Вам готов.
Вол. Гермич, левее встань. От шмота пока отказываемся, потом не зибли. Ой, потом развалим точнее. ГЦ мира. О, рейд ГЦ. Рейд ГЦ. Спасибо, спасибо, да. Давай, сели на маунт. Подхилите Арислин. Все, дармич, вперед. Дальше бежим. Эмма, жми Арислин. На коне. Я спрыгну. Блин, нихуя. Дармич, прожимайся. Добегаем там к стене и умираем. Блять, комбат не сбросился. ДСС, скинь по себе бати быстрее, если успеешь. Ловишь. А не, нормально сбросился. Что-то все комбат показываю. Какая-то. У нас резко да еще. У тебя ножик нет? Я опять его не сделал, забыл. Ничего страшного, одна минута. Ну, кстати. Меньше. 50 секунд осталось. Ну шо там, блядь? Вы масрез ждете? 20 секунд, да. А-а-а. Ну, Арислин, блядь, диван въебал нахуй, когда его не просили, блядь. Дермись, что ты там лежишь, стало интересно, там никто не будет сумали. Дермись, сейчас умоли. Пикните. Все, погнали по центру лестницы, идем аккуратно. Прохилитесь только. Баб, дайте внимание. Дрымись, прожмись. Ауру смейте. Ауру на огонь поставь на этом боссе. В тени. У меня. Ясно. На кас, наверное, лучше ставить. Этот ДТМ от огня.
Мира Аресу. Спасти на транс, может. Надо пожрать что-то. Рыбу хавать, фулл баф парень. Холичи Вальмора, не забывайте чуваву диспелить. Дремишь ты боссу. Обычно. От бомбочек отходим. Может 8-процентовую каску бафнуть? Один по один. Ну да, 8%, а он кулаки МП5 размаф. Так и надо. Не, просто я смотрю, на мне каска висит. Прибафайте тогда. Ну дайте 8% каску, реслин, разбафы кулаки МП5, пожалуйста. Или у вас нет 8% каски? Есть, я бафну сейчас. Ну так бафни. Ну понимаешь, пока на мне баф. Каски я не могу бафнуть со СМИ. Боже, блядь. Погнали? Да, поехали. Ну только подремечу каску, чуть дождемся. Поставил на себя метку, по-моему, это те, кто хуёво ориентируется от бомбочек, ну, можете полмесяца бегаться. Звёздочку убить. По звёздочке собирали. Бомбочки аккуратно. Диспел чувал максимально. Бомба подходит. Расходитесь резче после бомб. Не стойте в одной куче. Все, поехали по дракончику. Все сыграли по дракончику. Дали ОЕ. Бомбочка, понял? Этим по трэшу поехали. Чувак, где спал? Все в трэше смотрят.
Я ранен по башке. Все, Вера, да? Да. Я просто ждал, пока ты взрыв. Рот ебал. Я все умираю. Смоги, что-то не падает нахуй. Ну, просто... Посох, блядь. Отдайте по-братски. Стоим тут полумесяца. Дремись, готовься пить эту хуйню. Вот, хота и съебаю. Чё за хоту? Всё, давай, Дермич, 3, 2, 1, поехали. Чувак, пизда. Здесь такой ключ, я забыл на эту хуйню сесть. Все, умираем тут. Срез 50 секунд. Дай диван по холишит. На первых четырех боссов тут тактики нихуя почти нет. Бомбочки только и все, на Джинлай быть. Джинлай самый сложный из первых четырех. Ну что, лапнули что ли, что? Кого? Я серый живой еще. Кого лапнули? А что нам время не добавилось, кстати? А никогда после него не добавляли все время, блядь. После Джинлай не добавляется? Нет. Ну, значит, в такой последовательности, значит, не идут. Значит, мы без маунта, походу. Почему, блядь? 12 минут, нахуй, вы чё? Разве? Сейчас после этого, это... Мы же на вороне сейчас... Нам надо было на киллзону идти. После киллзона тогда... сейчас добавят время, блядь. Ой, блядь, после нарлрака, блядь. После ворона добавят время, чего вы ебётесь? Так мы сейчас на рысь идём. А, ну хуй знает. Ой, проснись. После него, наверное, не добавляют после рыси. Ну, похуй, хуй с ним. Ну и похуй, да. Хуй с этим маунтом. Похуй. Да маунт он нахуй никому не нужен, нахуй он вообще нужен, блядь. Тут на Сирусе 1000 маунтов, нахуй. Рулетку крути, блядь, забирай, не хочу. Все, садимся на маунт. Войд хота и дермича и чуваву. Сейчас этот, около полумесяца собираемся. Дермич, пейте зелье свободы все. Пейте. Все, сели на маунт быстрее. Захотал. Все, давай, дремич, вперед. Чувак. Аккуратно, там дырявая лестница. По левой стороне идите. Потому что по правой будет пизда. Дремич, там прожмись. Ну почему мне плетение, сука, ебаная ты шоколиная тварь, нахуй. Батя добежал. Рить, если что, встанет, реснет. Чё, добежали умирать? Я вроде тоже живой. Нормально. Нормально, я резну, ведь не стой. Ну, умирай, Войд. Да, надо было на киллзону, блядь. Чё, сдох? Да,
Вот хуй с ним, поебать. Ну, я вообще, по идее, блять, они тупо сделали. Должно добавляться. Ну, после третьего сундука времени добавляется. Какая разница, какая последовательность? Где? Я просто хотел разнообразить, типа, так, чтобы, ну, не знаю, может, лут поменять. Или а мы как раньше, как мы раньше ходили? Сначала ворона, потом медведя и джанвая, да? Угу. А. Ну, после вот этих ближних добавляют, по один, по сколько там? Давай, шкаф, бать. Ой, да с ума не. Спасибо. Рыбку хавайте, фулба. Каску 8%, кулаки МП5. Я, блядь, думаю, чё мне не хватало, нахуй, на этом ебаном медведе, блядь. Урона нихуя, блядь, апа не было, нахуй. Мы с пугами решили систему доебать, на рысь первую побежать. Типа, ну, сложнее всего добежать было им. Вайпану, это, ну, убили, времени не добавилось, ну. Ноль сундуков, нахуй. Аккуратно, блять. Только не сагрите, блять, мобов, как в прошлый раз. Может, лапкой? Ну-ка. Так, да. Сейчас. А, уже поздно. А, у тебя есть? На рысь поехали, все чинулись рысь. Так, тотем. Тотем я сам позбиваю, главное. Рысь бейте в нос. Но мы себе так усложнили жизнь, считай. Нам только один раз время добавилось. Типа. Ну, типа, считай, что мы 4 сундука сделали. Я просто не смогу. И так, и так. Ну, если считать по времени, что добавлялось или нет. Если бы, кстати, блядь, если бы вот эти вот лишние, нахуй, хуйня вот эти вот с петами, блядь, ваши лишние вот эти вот, блядь, какие-то проёбы, нахуй. Ну, не, там где-то больше, на полторы минуты. Мне кажется, нам хватило бы ДПС убить и киллзону, добежать до него. Там до локизона легко бежать. После этого босса, типа, умереть сразу. Последняя кошка. Эта сука еще кас кикает. Это тотем кикает. Там когда тотем появляется, он типа первую секунду кикает кас. Типа если ты именно в эту секунду кастуешь, то ты кас получаешь. Я же его за первую секунду сразу не могу убить. Ну могу, но это... Прям надо, чтобы перед ебалом появился и среагировать. Что-то ходит, что мажу, умирание обгоняется.
Как мне кажется, Кеги тоже. Ему истерию, и я Нэшку еще Мирай кидаю тоже. Он мне 5к пообещал, что рейд будет. А-а-а. Мирай, а мне 5к. Так вы хорош там свои палки кидать умирая, он еще маленький, блядь, сейчас засудит вас нахуй. Два мужика, блядь, на маленького ребенка палки кидают. Оля, какие плечи умирают, где-то. Ну, умирая бис, блядь, чисто бис, нахуй. Да ёб твою мать, нахуй. Лол, блядь. ГЦ, ГЦ, реслин, шо я тебе могу сказать? А чё, реслин, умирая ГЦ? Да, минус, оно с хостой, блядь, оно либо на анхолик, либо рейдик. Че, мы вздыхаем? Че вы бежите по стене, блядь? Да, умираем. 5 минут, не успеем. Дохнем, да. Идите, ну, там медведь все. Один хуй пох. Блядь, ну, когда-нибудь снимаем, плащ ты, ебучий. Когда-нибудь ебаный плащ выпадет, мне интересно. Этот медведь уже надоел, он на всех реалмах был тоже. И всех почти. Насрать на него. Это нам. Да не, больше всего обидно, что кольцо, сука, блядь, не падает мое гильное. И плащи вообще не падают. Ну как бы похуй, uh-huh. типа. Но просто хотелось бы увидеть плащ хоть какой-нибудь. Ну, поебать. Там РДД там, блядь. Ну, без разницы, любой какой-нибудь. Там уже, наверное, все отошли. Пойду вендора искать. Сука, этот маунт. Настя такая перед РТ, но она ж, у нее ноготь сломался, пошла, поехала ноготь переделывать, короче. Говорит, блять, может я на часок опоздаю, там РТ на час сдвинешь, там вся хуйня на зуломан. Хотя не, в пизду, я завтра пойду. Я говорю, ну нормально, реслин ГЦ с кольцом, нахуй. Она такая, да ну нахуй. Кольцо, парень. Ты отправил фоточку уже кольца? Не, не скидывал. Надо бы. Это я перед РТ еще говорил. Сейчас вам в Дискорд Наське скину. Мне интересно, что с первой РС-ки упадет, блядь. Давай снова три тринички. Две СПД, значит, ласкаю. Там, блядь, дермить еще нахуй, РС-ку ни разу не танчил, блядь. Еще надо его учить нахуй танчить в этой во тьме, блядь. А не легче ему будет тогда вот свету? Какая разница, блядь, все равно учить надо, нахуй. Ну, вот свету хотя бы... Или ты думаешь, я танчить буду все время? Ну, думаю, в обычке там ничего сложного его будет научить. Можете просто в четверг не идти, блядь, меня подождите, блядь. Затанчу свет, затанчу тьму, блядь, затанчу все вместе, нахуй. Какие-то лучи, Игорь, блядь. Там очень классно лучи, там, знаешь, когда ты ловишь, получаешь плюс ЕП и много ДПСов в придачу. Все будет хорошо. А еще шем и волонир, нахуй. Да. Сразу же. По один глаз шем, в другой волонир, нахуй. И пару синяков по почкам, нахуй, от всего рейда. Да, обычка я изи. Я помню, на X2 нахуй, блядь. Или ой, блядь, агильное кольцо в луче существует вообще, нахуй, мне интересно. Я видел. Будет Уэнха. Я два раза видел. Заебись, нахуй. Что вы видели? Я не видел зато. Я же говорю, завтра на Энхе увидишь его. Все будет нормально. Я тут тоже себе решил Энха качнуть. Зашел, качнулся до второго уровня, понял, что не могу.
Экзябры старше. Понял, что это не класс вообще нахуй. Ну и вышел. Хейте. Даже ник оригинальный придумал. Чив Энг. Даже DTOS не могут, сука, нормально поставить, чтобы, блядь, НХ ДПС видеть, нахуй. Я у себя на третьем месте, у вас на пятом, блядь. Фу, блядь. Санёк, у меня ты вообще на десятом? Чё я там, вообще в рекаунте этого НХ не вижу, блядь. Бытует легенда, какой-то НХ там 22к дает, блядь. Ты заебал, что за НХ, нахуй? Ты мне можешь нормально ник скинуть? Я просто не знаю, А ты мне дать уже запарили, там говорят некоторые, там Энх сильно бьет, а другой бьет 20к. Я, блядь, смотрю на них, нахуй, 250-е чуваки 20к. Да, конечно, расскажите мне эту сказку, блядь. Вы такие же, как вон, блядь, мерами, блядь, которые пати под себя собирают чисто, блядь, чтобы его обмазали, все, блядь. Весь рейд его только обмазал одного. Ну да, наверное, если обмазывают, там, может, какие-то такие за 20-ку и будут цифры. Ну 28к это как, нахуй? Это на чем? Двадцатку, чтобы Энг давал, ему нужно очень много крита магического. То есть это ему нужно, чтобы у него висел МК, ему давали Эуну, Истерия, Триксы. Причем ПКД, нахуй. 20к. Причем Триксы с трех рогов, нахуй, ПКД, чтобы они прям не спадали, да? Ну, типа там, это хз. Нет, типа одни Триксы хотя бы ему давать, и будет нормально. Нет, там ему магический крит очень решает. То есть у него молния обычно бьет по 10, с критами он там 25-30 вылетает молния. Вот и считай. Если у тебя будут одни только критические молнии, ты считай просто, блядь, каждые там, сколько там, грубо говоря, каждые 6-8 секунд у тебя молния вылетает, нахуй, по 30к. А если ты на 40к, извини меня, ты цепной можешь столько ДПС накрутить, что ты заебешься, нахуй, там его смотреть. Да, похуй, сами-то сам, можем. Дерьмича бы лучше, второго танка, чтоб. Покупай. Да, у меня когда еще? Я готов. Поехали. А, нет, у меня. Поехали. Давай. Поехали. Делать сюда, у них GC есть. Ну да, хули сундуков уже нет, похуй. Ебать. Бля, говорить не закинь. Ах, топ, блядь, чё, почему никого нет впереди-то? Я даже хпшку не лол, нахуй. Я просто еду, спереди меня люди есть, они хоп, развернулись назад такие, нихуя себе. Дерьмич, ты чё там самый последний? Ебать, вы веселые, нахуй. Чувствует, скучает. Дерьмища ФК стоит, нахуй, мы похую. Он тактику на РС читает. Нахуй тебе тактика на РС? У меня есть на канале видосы РС. Вальмор, у шамана молния полный урон дает в трэш. Он не снижается, как у других у некоторых классов. Откройте себе. Тактика на РС. Шаманы слишком мощно опоздают. Тактика на РС для танка, Дерьмич, это знаешь как? Вот ты танчишь босса и надеешься то, что... Вот если в свету, допустим, то, что не дыхнет в рейд и все, смотря как выйдет. У меня всегда выходят люди и под рожу всегда выходят. Я хз вообще как ставить. Всегда на угол танчу. Это помнишь, как было в ХМ-ке, типа, если ты танкуешь свет, надеяться на то, чтобы долбоеб не выйдет так уже, чтобы она прям под тобой была. Чему я танчил четко? Чему там изи танк? Там вообще ты видишь, где луч будет там просто. Ну ему привык нужно будет. А вот просто... свет у меня дерьмо получается. Дерьмич, это как дева в карригер. Такие же лучи идут. Точно самое делаешь. То есть... Да, это в тьме, то же самое. Ты просто идешь от луча. Или за лучом, смотря кто как водит. Вот и вся разница. Просто вместо девы буду ебаный большой дракон, который нужно взять чисто в центре. Опять ебать купила. Последний забрал. Поехали. Так, давайте. Вальмора водит. Прием. Тебя пока не было, тут рид горит. Я уже танчил голову. Все, побежали. Дермич вперед. Угу, красиво. Я тебе там скинул этот дермищ. Сама жми. В DC. Прожмись, дермищ. Ну, я даже не в комбате. Прикольно. Реслин, ну иди от меня, на. Блять, меня убьешь сейчас. Не знаю, я не вижу, я не. Подожди, давай маслом снизу, пацанов, резным. А, ты хочешь? Да, ну, тут все нормально. Просто как он резли, нарезает.
Дерем еще раз, если... Аура, можно на каст? Смотри. Ну, погода надо смотреть. Давай, терчи на клуба. Я не знала, что так жарко. Так, подверни.